Мы, безусловно, стараемся отслеживать вопросы, которые задают нам наши телезрители. Через социальную сеть Facebook нам обратились с просьбой прояснить ситуацию со строительством нового торгово-развлекательного центра на улице Парги. В настоящий момент там красуется котлован, огороженный защитным забором. И на этом пока все. Старейшина Ихимской волости Эдуард Эст заверил нас в том, что городское собрание относится к идее строительства центра положительно и чинить какие-либо препятствия не планирует. Сейчас проходят процессы, связанные с разделением земельных участков. Это немножко более такой детальный коммерческий вопрос, чтобы можно было их заложить. Исходя из этого, уже тогда сам проект получил бы финансирование от банков. Вначале была мысль о том, что уже в июле месяце начнутся строительные работы, но пока мы видим, что этого не происходит. Это уже вопрос к собственникам этого проекта. Мы тоже внимательно за этим следим. То, что необходимо со стороны городской управы, мы все делаем. И надеемся, что в скором времени это строительство начнется. И по планам, скажем, первая часть, связанная с самим бизнес-центром, откроется уже в следующем году.